Здравствуйте, сегодня понедельник, и с вами снова я, шеф-редактор информационного агентства «Свободные новости» Мария Алексашина. На прошлой неделе областной суд вынес решение. Администрация Саратова должна заплатить 530 тысяч рублей фотографу Алексею Глыве за незаконное использование его фотографии в рекламной кампании «Ко дню города». 530 тысяч рублей – сумма достаточно внушительная, поэтому расскажу вам предысторию этого судебного решения. Фотограф Алексей Глыва фотографирует, размещает свои фотографии в интернете, но везде пишет, что очень важно соблюдать его копирайт. Однажды в администрации Саратова взяли его фотографии и разместили их на социальные рекламы. Вы помните, наверное, такая «Чистый город». Фотограф пришел в администрацию и сказал, что это мои фотографии, можно их, пожалуйста, не использовать. На этом и разошлись. Спустя какое-то время эта же фотография была использована в рекламной кампании «Ко дню города», город, в котором хочется жить. Фотография, чтобы вы понимали, сделана с моста Саратов-Энгельсфильд с высоты, и там весь такой Саратов, очень красивый, действительно город, в котором хочется жить. Тогда фотограф пошел в суд и нашел себе хороших защитников из Центра защиты прав СМИ, так как его авторские права действительно были нарушены. Тут много можно говорить, например, ну что там реклама «Ко дню города», что тебе жалко, что ли? С другой стороны, чиновники, что вам жалко, что ли? Позвали к себе фотографа, попросили фотографию, оплатили, может быть, он вам ее бесплатно бы дал, так никто же не обращался и не просил. Надеюсь, что эти 530 тысяч рублей фотограф Алексей Глыва получит хотя бы после тех детей-сирот, которые уже выиграли суды у городской администрации и ждут свои квартиры. А вообще, это, конечно, история даже не об авторском праве, фотографиях, защите прав фотографов. Кстати говоря, изначально фотограф просил всего 50 тысяч рублей, однако и эта сумма показалась администрации слишком большой. Ну а что получилось, вы знаете. До понедельника.